Добро пожаловать в безмолвный мир будущего. Мерзкий диктатор Модератус Опус запретил музыку в любых ее проявлениях. Но ему противостоит фортепиано со своими друзьями. Фортепиано по имени Оскар. Стреляйте же! Безумие какое-то. Это вас разыскивают повсюду, вы нелегальные инструменты. Тебя не уйти, Оскар! Нет, пощадите! Мы не можем просто так умереть! Проваливайте! В Новой Вене снова взошло солнце и осветило все вокруг. Представляю, какое сладкое пробуждение было сегодня у Опуса. Сладкое пробуждение? Что ты имеешь в виду? Помнишь, вчера был рейд аэророботов? Да, пронесло. Они мне чуть все струны не повыдергивали. Это да, но одному аэророботу не удалось от нас уйти. Ну и что? Мы поймали его, а потом Ребекка его перепрограммировала. И теперь он играет чудесную музыку. Вы хотите сказать, что вы... И эта штуковина теперь будет Аматуратус? Да, 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 да. Оскар, иди скорее, посмотри, что там. Тревор, а что случилось? Ну, он почти... Он вот такой высоты. Он похож вот на это... Идем, сам все увидишь. Что там опять, Люциус? Еще один аэроробот с музыкой? Там внизу, Величество. Я тебя не слышу, я ничего не слышу. Какая наглость! Люциус, разберись с ним! И сейчас же! Слушаюсь, господин, я сейчас же отправлю туда отряд аэророботов. Ах, какой красавчик! Да, но, по-моему, он немного старомодный, нет? Эй, вы там, выключите! Выключите это немедленно! Простите, что вы сказали? Я не расслышал. Я репетирую свое любимое произведение. Я Вильгельм Тель! Так меня зовут. Никакая музыка не звучит так, как музыка Вильгельма Тель. Ну да, мы это заметили. Героя можно узнать по звуку его магнитофона. Такому, как вот этот. Мой магнитофон самый мощный магнитофон в мире. Я герой, знаете ли. Ах, скажите это еще раз. Я пришел, чтобы вернуть музыку в этот мир. Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! И как это интересно? Как? Что как? Как вы сможете вернуть музыку в этот мир? Я уже давно пытаюсь это сделать. Точно! Пытаешься? Ха-ха! Ты, наверное, Оскар! Да, именно! И я пытаюсь уже... А я Вильгельм Тель! Поэтому следи за тем, что говоришь, и без понебратства, Оскар! Ведь я настоящий герой! Да, я понял, но даже у супергероя должен быть план. Не понял. Ты сказал, что вернешь музыку в этот мир. Хорошо, но
как ты собираешься это сделать? В общем, я думал вернуть вот так. Вот и все. Думаешь, тебе это удастся вот так в два счета? А? Сначала пусть-ка наш герой спасет нас от аэроробота! Бежим! Как это бежим? Я смеюсь опасности в лицо. Я направлю на аэроробота стрелу Вантус. Он просто потрясающий, да, Сильвия? Он настоящий герой. Вперед за Вильгельмом Телем, спасителем! А теперь вернем музыку в этот мир. Гип-гип, ура! 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 Как думаешь, Оскар, он и правда это может? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Откуда мне знать? Оскар, а ты случайно не ревнуешь? Нет, я просто не знаю, как он выкрутится. Посмотрите туда! Ой, смотрите! Не бойтесь, парни и девчонки! Тревор, держи меня! Я сам могу за себя постоять. Ой-ой-ой! О, боже! Жестокая ловушка для магнитофона. А, Бермуды! Какой ты молодец, Люциус! Благодарю, мой добрый господин. А теперь я могу немедленно побаловать себя и посмеяться. Ой. Пока все. Посмеюсь на полную попозже. Надо беречь связки. Не хочу сорвать голос преждевременно. Хорошо смеется тот, кто смеется последним, друг мой. Я так давно ждал этого момента, а он все время откладывается. Теперь вы мне за все ответите, исполнители музыки. Об этом не может быть речи. Я герой, а герои никого не боятся. Тогда позвольте вам представить страх, Вильгельм. Какое? Вильгельм, это страх. Хм. Ладно, молчать и не вздумай. Выключите музыку! Выключите! Чтобы я больше этого не слышал! Не вздумай его включать! Ясно? Нет. Люциус, позаботься о нем! Да, мы все о нем позаботимся, господин. Настоящий герой ничего не боится и не нуждается в чьей-либо заботе. Отвага, вот его призвание. Это я впитал с молоком матери. И никто даже не догадывается о моем страхе к яблокам. Танк, принеси нам, пожалуйста, бочку с яблоками. Нет, жальтесь, только не яблоки. Что же я наделал? Мама! Думаю, сейчас самое время гомерически посмеяться. Мы будем его спасать? Думаю, что надо что-то придумать. О, кажется, проблема решилась сама собой. Да, ему удалось бежать. Постойте, звук не совсем такой, как у него. Давай-ка, скрип-скрип, пойдем посмотрим, кто это. Прошу прощения. Кто это сказал? Это я, Оскар. Я здесь. Приятно познакомиться. Вильгельм Тель, так меня зовут. Вильгельм Тель? Но я...
Будьте добры, выключите, пожалуйста, вот это. Это же играет мой граммофон. Гип-гип-ура, я герой! Если ты умеешь разговаривать, почему ты мне раньше об этом не сказал? А? Злой, злой плохой конь. Нет, вообще-то с вами говорит фортепиано, а не ваш конь. Ах, я старый дурак. Лошадь ведь не может разговаривать. Итак, милостивое фортепиано, чем я могу быть вам полезен? Мы встретили здесь сегодня еще одного Вильгельма Телля. Правда? Какое счастье! Это же мой сын! И мальчик лет 6, белокурые волосы, худенькие ножки. Ну, не совсем. Ах, да, совсем забыл. Я не видел его уже очень давно. Много лет назад он сбежал из дому. И все из-за злосчастного инцидента с яблоком. С яблоком? Вы сказали, с яблоком? Да, с моим сыном случилось то же самое. Во всем виноват проклятый тиран Гесслер. Гесслер решил наказать меня за то, что я не платил налоги. Он заставил меня сбить яблоко с головы собственного сына при помощи арбалета. Папа, не делай этого! Я должен, сынок. Закрой глаза и думай о Швейцарии. Я, Вильгельм Телль, однажды смогу наконец вернуться в родные края. Придет время, и наша страна станет свободной. Навсегда. Да. И с того дня я искал его повсюду. Кто это сказал? Вы ищете его там, где надо. Единственное, есть небольшая проблема. Он, как бы это сказать, не совсем свободен в данный момент. Что вы имеете в виду? Ну, его... он в плену. Мы как раз пытаемся придумать, как его спасти. Ну что ж, мне кажется, у меня есть то, что вам поможет. Нам поможет грелка? И как это интересно? Ну, вообще-то я имел в виду это. Пощадите! Этого бы не вынес ни один герой! Уберите отсюда эти яблоки! Прошу вас, нет! Только не яблоки! Голден Фуджи Гренни Смит разжигают аппетит! О, этот запах! Я прикажу убрать их, если вы сделаете то, что я вам скажу. Чего вы хотите? Я хочу, чтобы ты пошел в Старую Вену, разыскал Оскар и компанию и сообщил мне, где они прячутся, понял? Я герой. Вам не сделать из Телля предателя. Предатель? Телль? Смешно, так? И Телли. Танк, не хочешь ли яблочко? Прошу вас, перестаньте. Нет, нет, нет. Даже не чищенные. Теперь ты сделаешь то, что я прошу. Нет. Нет. Да, нет, нет, нет. Ах, нет. Ладно, не будем церемониться. Хочешь кусочек? Это отец. Точно, это папа. Мамочка, какой ход. Отличный выстрел, рыцарь. Кто это сказал? Папа Телль, мне кажется, Люциус недолго будет отпускать комплименты. Люциус! Немедленно отправь туда аэророботов! Пусть разберутся с этой ужасной музыкой! Лучше пусть они пока останутся здесь. Что? А как же этот шум? Слушайте, слушайте, добрые люди. Я Вильгельм Телль, находясь в здравом уме и трезвой памяти, согласен обменять себя на моего сына. Ох, отец, вечно строит из себя героя.
Яблочко от яблони недалеко падает. Если вы согласитесь, то я скажу вам, где прячется Оскар. Да! Жду вас сегодня в 6 часов вечера в королевском саду. Отец, как ты мог? Да еще в королевском саду! Люциус! Да? Не хочу менять молодого Теля на старого. Понимаю, да. У меня есть идея получше. Мы поймаем сразу двоих. И еще Оскара. В таком случае мы пойдем на эту встречу. Да, но мы их перехитрим. Очень хорошо понимаю. Знаешь что, Люциус? Время для гомерического хохота? Я думаю, это будет нечто удивительное. Поэтому запиши его, пожалуйста. Я искал его все эти годы. Я хочу перед ним извиниться. Я сожалею, что рисковал жизнью моего сына и стрелял в яблоко из арбалета. Думаю, что все хорошо закончится. Оскар поможет вам и вашему сыну обязательно. Да, нам поможет Оскар. И вот это. Электрический тостер? Вы уверены, что... Тостер? О, нет. Я имею в виду это. Одного арбалета маловато будет, чтобы победить Модератуса. Мне кажется, опасно встречаться с ним в королевском саду. Не волнуйся, Скрип-Скрип. Сад идеально подходит для моего плана. Какой трогательный момент, Оскар, встречаться с сыном после стольких лет разлуки. Кто это сказал? Вперед! Сейчас или никогда! Отец! Папа! Вильгельм! Не могу поверить! Это ты! Батя! Наконец-то я нашел тебя! Да, наконец-то! Мы с мамой ужасно волновались! Почему ты ушел из дому и ничего нам не сказал? Блудный сын! Блудный сын! Почему я ушел? Ты ведь стрелял в меня из арбалета! Не преувеличивай! Подумаешь, выпустил одну стрелу! Всего-то! Прости меня, сынок! И ты меня прости, отец. Ты славный малый. Взять их! Взять! Пока они меня в порошок не стерли! О! Эх, пусти меня, чудище-то этакое! Отпусти мою руку! Привяжите их к деревьям. Вот эти два отлично подойдут. Убери от меня свои лапы. Я все-таки как-никак, но герой. Выключите эту трахтелку. Как раз вовремя. Еще бы два такта и музыкальные аэророботы отправили бы нас на другой конец света. Снимите с него магнитофон. Я не вынесу еще одной ноты. О нет, только не магнитофон. Не бойтесь, господин Тель. Вы в надежных руках. Говорящее дерево? Нет, это просто скрипка. Сумасшедшее дерево? У меня говорящая туба. Ну, это лучше, чем ничего. Ведь так, Вильгельм? Говорите, где прячется Оскар. Говорите, а не то я буду стрелять прямо в яблочко. Кто это сказал? Ну, ладно. Говорите уже, в кого стрелять? Телля родителя или просто Телля? Никогда! Кто первый, яблони или яблочко? Просто яблоко раздора какое-то. Скрип-скрип! Тревор! Бегите! Нет! Нет, этого не может быть! Взять их! Это называется специальный бумеранг.
Зачем ты это сделал? Я просто хотел, чтобы эти ребята послушали мой магнитофон. Бедняжки, они наслушаются. А теперь вернем этих аэророботов своим хозяевам. Отец! Выключите! Выключите его! Господин! Что еще? Посмотрите туда! Бежим! Нет! Гнусный старикашка! Нет! Это же я, Модератус! Ваш повелитель, встаньте! Вы мне за это ответите! Не надо! Я так долго искал тебя в течение стольких лет и наконец-то нашел! Я очень горжусь тобой, сынок мой. Спасибо большое, но... Кто это сказал? Ha 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 ha